место крещения Иисуса, река Иордан, с нашей стороны Израиль, с другой стороны этой широченной реки Иордания. Охрана на месте, все хотят и ее сфотографировать, и с ней. Группы разнослойные, разноязычные со всего мира. Почему бы и нет? Ну вот, наконец-то мы попали в это место. Сколько о нем читали, сколько слышали, фотографии смотрели, видеообзоры. Вот, душа поет. А народ все прибывает и прибывает, все больше и больше. Видим, что уже из раздевалок очень много людей переодетых. Готовы? Ну да, вперед. Все фотографироваться перед погружением. Выйдем, еще раз фотографируемся. Популярность этого места мы можем видеть двухсторонняя. Так же, как с иорданской стороны, так же и с израильской. Людей немало. Да. Да. Он скид граница виза Израиль, виза Сарба. Я даже граница там не трудно. Не все приехали окунуться в воду. Кто ноги помочить, кто пофотографироваться. Друзьям показать, что были, да, а вот фотографировались. И Иорданию видели. Ну, проверим сейчас. Не знаю. А вы, девчонки, что здесь делаете? А мы пришли посмотреть на мы самое... Мы прохожие, проходим мимо. Нет, пришли посмотреть на самое святое место. Мы приехали в одну страну, увидели сразу две. И доброжелательные палестинцы. Иорданцы. Иорданцы. Да, они улыбаются, но мы машут. Они тоже крестятся. Они тоже хотят приобщиться к этому святому месту. И вот уже выходят люди с очищенной душой, с улыбками на лице. Сбылась мечта. Забирай, пойдем. Даша, не хочешь ты туда? Да, ладно. Нам тут сказать по пейзажу. Заходите. А это мы слышим, как молитвенно душа поет уже на другом языке. Да? Сколько языков, столько молитв. Как и принято, любая из исторических достопримечательностей или святынь охраняется
И люди прибывают не только группами, но и в одиночку. Мы можем видеть, насколько это место популярно, судя по количеству человек, уже возвращающихся, ну и идущих к святыням.